Перш за все, поговорити з вами про російських ухилянтів. Нині ажіотаж на кордоні через Верхній Ларс на КПП, він трохи спав. Як вважаєте, чому? Знаєте, во-первых, русские открыли прямо на границе военкомат со стороны России. И, так сказать, убегающих мобилизированных забирают прямо с границы. Не могу сказать, что это хорошо или плохо, но каждый человек, который не мобилизируется, это, я думаю, плюс для Украины все-таки. К сожалению, очень большая масса успела и въехала в Грузию. Грузинское правительство этому не препятствует. Более того, вот сегодня у меня был эфир с грузинским телевидением. Один из близких родственников Кахи Каладзе, который является практически сегодня мэром Тбилиси, также вступил в The Army, который живет в России. Так что ситуация довольно сложная, как политически, так и в военном смысле этого слова, потому что грузинская армия ослаблена, 500 тысяч так называемых туристов вошли в Грузию, и ситуация, в общем, довольно сложная. От я, до речі, про це хотів запитати. Ви самі сказали, так називаємо туристи. Насправді серед них можуть бути представники, агенти ФСБ, розвідники і так далі. Грузія не боїться, що вона сама впустила там певну кількість чи то якихось диверсантів, чи то агентів на свою територію? Знаете, я думаю, Грузія не боїться. Бояться должно правительство в даному випадку, тому що воно способствує вплыву так называемых туристов, на самом деле агентов ФСБ и других спецслужб России, которые вполне могут заниматься диверсионной деятельностью внутри Грузии. Так что я бы сказал, ситуация довольно тяжелая, потому что население Грузии 3,5 миллиона и уже полмиллиона туристов попало в Грузию из России. Тем более грузинские спецслужбы на протяжении этих 10 лет не обнаружили ни одного российского представителя российских спецслужб. Так что грузинские власти в полную коллаборационируют с Россией и с российскими спецслужбами. Это может говорить только об этом. Чи відомо вам, як грузини безпосередньо сприймають ось цих ухилянтів, чоловіків, які приїжджають зараз в їхню країну? Знаєте, дуже негативне відношення. Вот, я думаю, ви бачили кадри, де молодіж ходить з мікрофоном і напряму говорить русским, що вам тут не місце, а уїжджайте з Грузії. Кроме этого, активисты грузинского легиона сделали довольно масштабную акцию на пропускном пункте в Ларсе, откуда входили так называемые туристы и препятствовали их въезду в Грузию. Так что население относится, конечно же, очень негативно.